эфире программа «Час без родителей». И сегодня в Амура Мила начинается новый сезон. И мы узнаем, чем нас сегодня будут развлекать. Зачем эти продукты? Я не знаю. Я предполагаю, что из них можно сделать что-то вкусное. Наверное. Здравствуйте. А кто? Как вас зовут? Меня зовут Столбова Анастасия. Сколько вам лет? Мне 12 лет. Что вы готовите? Я готовлю салат без зубы. Что вы будете добавлять в этот салат? Я буду добавлять картошку, яйцо, зеленый горошек. Украшать все буду розами из огурцов и другим продуктами. Здравствуйте. Потом только вы пойдете есть, хорошо? Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Что вы сделаете в Амура Мила? Я участвую в конкурсе, я участник. А что вы будете готовить? Вот я кроме тех, кто сейчас съемку ведет, девочки. Что туда надо добавлять? Идем. Туда надо добавлять куриную грудку, картофель, морковку, свеклу, майонез. Так, и будет это еще, я бы как бы сказать, начинающий еще скульптор по овощам и фруктам. Я из фруктов хочу сделать 4 лебеди и украсить это вот вокруг салата. Так вы участвуете в конкурсе? Девочки, все. Я участвую в конкурсе. Ну тогда побед. Спасибо. Ребята и взрослые, я люблю готовить, и у меня уже кое-что получается. Например, салат «Афины» и кексы я готов в программе «Стране вкусно» вместе с Амурой Мила. А сегодня я пожелаю нашим участникам конкурса «Классный повар» победы. Тем более, что победителя ждет шикарный подарок – планшет и сертификат на 25 тысяч тенге. Наш концерт начинают вокалисты. И тем летом я ездила в Париж, а там был конкурс под названием «Парижские ритмы». Я исполняла песню под названием «Угол» и заняла гран-при. Например, одна команда будет называться, а вторая команда по моему имени Ирина. Значит, Ирина. Я приглашаю на сцену Алимхана, Дарына и Алана, трех братьев. Ставьте мне звук.
продуктов. Но по желанию ребят мы разрешили некоторым из них принести те продукты, которые они считают нужно доложить в их салаты. В интернете я нашел хорошее высказывание, что музыка – это слух, танец – это движение, а кулинария – вкус. Ну или еще говорят, то, что в приготовлении еды нужно найти свою золотую середину. Поэтому я желаю всем участникам конкурса «Классный повар» найти свою золотую середину в салате и победить. Тем более, что победителя ждет планшет и банкет. Какой салат с каким названием вы будете готовить? Нежный привкус. Нежный привкус. Диана, поприветствую участницу. Так, вторая участница Сабрина. Ваше произведение как будет называться? По-генеральски. Салат по-генеральски. Вот такое название у нас. Настя? Мой салат будет называться «Безумная красота». Безумная красота. Так, Ермет. Салат будет называться «Светик-семицветик». «Светик-семицветик» у Ермека. Алексей? Мой салат будет называться «Гранатовый телепузик». «Гранатовый телепузик». Так, Сади. Назвал свой салат «Грядка», потому что там все из грядки. Потому что все из грядки. Ну-ка, иди сюда поближе. Так, тебя зовут? Аббас. Аббас. Твой салат? Греческий. Греческий салат. Юным поварам мы пожелаем удачи. Наши повара готовят, к нам прилетел Гарри Поттер с волшебной палочкой и, конечно, с другом. Строгим. Блюда оценивались по всем критериям ресторанной кухни. Победителей было трое, которые будут бороться дальше за приз.